Сегодня мы поговорим о неочевидном и безопасном средстве при кишечных спазмах с комментарием врача-гастроэнтеролога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании к видео. На платформе Boosty вы сможете оформить подписку и помочь каналу развиваться и радовать контентом. Также мы добавили возможность получить книги по медицинским направлениям. Ссылка также под видео. Ну, тогда начнем. Речь пойдет о масле перечной мяты. Во всем мире активно используется этот БАД для лечения синдрома раздраженного кишечника. На самом деле, некоторые исследования показывают, что данное средство может быть даже более эффективным, чем клетчатка, и не уступает даже известным препаратам. Тримибутин, дюспоталин. Масло в специальных капсулах поступает в кишечник и растворяется только там, где ментол начинает свою работу. Он обладает охлаждающим эффектом, притупляет гиперчувствительные рецепторы и убирает спазм гладких мышц толстого кишечника. Ссылочка на исследование я закреплю под видео, кому интересно, прочитайте самостоятельно. Мои пациенты разбросаны по всему миру, и я жду посылку из Англии с перечной мятой на самостоятельную пробу, обязательно поделюсь результатами. Если у вас есть уже опыт, поделитесь в комментариях. Отправляйте пост друзьям, родным и близким, эта информация будет всегда актуальна. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!